Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Всех желающих приглашают на концерт в Дальневосточный государственный институт искусств. Для горожан готовят программу из произведений Золотого века. Начало 18 вечера, вход свободный. А в библиотеке БУК в это же время пройдет краткий курс по кинопроизводству. Тема лекции «Как сделать свое кино с нуля». 15 и 16 декабря теория, а уже 17-го в практической части участники попробуют самостоятельно создать кино под руководством известных лекторов-профессионалов. 17 декабря Приморская государственная картинная галерея приглашает детские и школьные коллективы на новогодний спектакль «Чертоги Снежной Королевы». Своим зрителям юные актеры театральной студии «Зеркало» представят новую интерпретацию известной сказки. Вход 300 рублей. А в кинозале Казанского храма в эту субботу состоится представление новой книги краеведа Нелли Мись «Романовы во Владивостоке». На основании архивных документов и исторических публикаций в книге рассказывается о визите цесаревича Николая в Южно-Уссурийский край, в хронологии и событиях его сопровождавших. Также приводятся интересные данные о посещении Владивостока великими князьями Романовыми в период с 1873 по 1916 год. Некоторые материалы и иллюстрации публикуются впервые. Начало презентации в 13:30. На день открытых мастер-классов приглашают всех жителей Владивостока. Мероприятие пройдет в бизнес-инкубаторе в ГУЭС. Кроме творческих занятий, участникам предлагают сфотографироваться в красивой фотозоне, увидеть работы мастеров и учеников студии. Вход бесплатный. Всех желающих приглашают на праздничный концерт ансамбля танца «Плюсунья». Программа будет насыщена яркими красочными номерами, которые уже давно полюбили зрителями. Билет стоит 350 рублей. Место проведения – Дворец детского творчества. А в библиотеке номер 12 в воскресенье состоится тренинг по публичным выступлениям. Напомню, что ораторский клуб организует такие мероприятия каждое воскресенье. Преподаватель Анна Буланова, автор нескольких программ по развитию и постановке голоса, дикционно-речевых тренингов и программ развития навыков ораторского искусства. А в Пушкинском театре 18 декабря пройдет праздничный хоровой концерт «В ожидании Рождества». Организаторы обещают, вас ждет много новых впечатлений, замечательный вокал и атмосфера приближающегося Нового года и Рождества. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на 8-м.